рассказали анекдот недавно. Я не рассказывал анекдоты, но сейчас прям не могу удержаться. Мужчина такой уже подпитий, такой воскресенье, он уже так немножечко такой не держит курс, так идет в тумане в таком. И вдруг из тумана выскакивает олень такой, ему так бум, копытом по голове. Что он такой откинулся? Что такое? Так встает, так что такое идет там? И вдруг из тумана заяц такой огромный выскакивает, бум, понимаешь? Опа, упал. Что случилось там? Значит, опять поднимается, там что-то так кряхтит. И вдруг дельфин из тумана выплывает, так, дуф его лоб, там, бэм. Голос такой сверху. Мужчина, уйдите с карусели. Когда-то в Древней Греции древнегреческий философ Сократ, зайдя на древнегреческий рынок и осмотрев эти прилавки все, он воскликнул: «О, сколько же в мире есть вещей, без которых можно обойтись!» Мы с вами не Сократы, нам нужно купить все, потому что, вы знаете, у нас эпоха потребления, и мы это все покупаем в основном в интернете, на маркетплейсах. И прежде чем что-то купить, мы первым делом смотрим отзывы на эти товары. И не только на товары, мы смотрим и на услуги, и на книги какие-то. И я вообще подозреваю, что мы скоро и жениться будем по отзывам тоже. Посмотрим, сколько звездочек у девушки, он нормально это. И я решил пофантазировать и сочинил несколько отзывов в интернете. Поехали. Ваши согревающие стельки для зимней обуви отлично греют. В ботинках сидят комфортно, ноге тепло. Один минус. Провод от розетки очень короткий, дальше метра не отойти. Массажное кресло вашей фирмы заживало жену. Еле вытащили только через 3 часа. Ставлю 5 звезд. 3 часа никто не выносил мозг. В клинике пластической хирургии Горгона я увеличила грудь. Результатом очень довольна. Жаль, дорого, мне хватило только на одну. Заказали в вашем интернет-магазине костюм для мужа. Пришел костюм не того размера, не того цвета, не того фасона. Но так как деньги за него вернуть отказались, муж все равно ходит в нем на работу. Хотя на бирке написано «комбинезон для крупной собаки». Приготовила мужу тушеное мясо по рецепту с вашего сайта. Муж подал на развод. Ответ модератора сайта: «Извините, в рецепте опечатка. Должно быть написано килограмм мяса и перца на кончике ножа, а не наоборот». Отзыв на детский лагерь. Наш сын приехал из вашего детского лагеря. За лето очень возмужал и повзрослел. Пьет, курит, бабу привез какую-то. Сказал, завтра пойдет с мужиками в гараж. Отзыв на крем от морщин. Крем отличный, пользуюсь год, ни одной морщины. Леночка, 10 лет. Отзыв на Деда Мороза. Дед Мороз понравился. Костюм шикарный, вид аутентичный. Бутылка водки, которую он принес с собой, оказалась очень кстати. Душевно посидели, даже несмотря на то, что он пришел в апреле. И мы его вообще не вызывали. Отзыв на шашлычную у Ашота. Заглянула случайно и не пожалела. Получила неповторимое удовольствие. Не могу забыть эту аппетитную шейку, мясистые ребрышки, нежную спинку. В общем, Ашота рекомендую, шашлык не заказывала. Отзыв на утюг. Утюг суперский, нагревается мгновенно. Муж за 5 минут рассказал, где прячет заначку. Отзыв на детский развивающий центр «Карапузик». Посещаем центр не первый год. Дочке очень нравится. Ходит на все кружки с удовольствием. Вечером невозможно забрать. Плачет, упирается, не хочет уходить. Как нам быть? Ей уже 28 лет и пора замуж. Муж на час Всеволод Валентинович – настоящий профессионал. Мастер на все руки. За 1 час сделан экран, стул, полку в шкафу и сына.
отзыв на банкетный зал. Коллектив нашей бухгалтерии проводил там корпоратив. Развлекательная программа скучная, нечего даже вспомнить. Одна звезда. Ответ банкетного зала. Вам нечего вспомнить, потому что на шестерых женщин вы заказали ящик коньяка. А нам есть что вспомнить. Помним, как вы дрались с зеркалом. Пытались пригласить на белый танец статую Купидона. Потом раздели фокусника, чтобы понять, откуда он достает голубей. В итоге банкетный зал разрушен, фокусник в запое, у голубя психическая травма, и он решил уйти из профессии. Отзыв на сочинское такси «Экстрим». Такси полностью оправдывает название. Водитель в пути не просто разговаривал по телефону. Он смотрел кино, раскладывал пасьянс, брился и рулил пяткой. Говорил, что фары ночью включают только трусы. Привез очень быстро, жаль, не туда. В конце поездки лично вытащил из машины багаж. Хотя я садился без багажа. Единственное, при росте 2 метра и весе 100 кило мне было не очень удобно ехать в детском кресле. Как такси одна звезда, как экстрим развлечения 5. Отзыв на чесалку шерсти для кота. Чесалка прекрасная, вычесала все колтуны со спины, с шеи, с пузика. Начесала целый тазик пуха. Муж очень доволен, на коте пока не пробовали. И, наконец, последний отзыв. Отличное место. Есть где поработать и где отдохнуть. Коллектив прекрасный. Страну рекомендую. Отзыв составлен на Российскую Федерацию. Спасибо.